Здравствуйте, мои дорогие, и предлагаю вам расклад на анализ ваших отношений. Сейчас мы посмотрим, что происходит в ваших отношениях между вами и вашим партнером или партнершей. Будет, как обычно, два варианта. Позиции буду озвучивать в потоке. Сейчас не хочу заранее писать вопросы, потому что оба варианта могут пойти по-разному. Разные вопросы захочется задать. Итак, два варианта: котейка и змейка. Выбирайте, что вам приглянулось. Возможно, вы уже для себя полюбили кого-то из этих зверят, котейку или змейку. И приступаем. И первый вариант у нас котейка. Так, сначала выложим три карты, сигнификация ваших отношений, чтобы вы узнали про вас. Мы будем делать расклад про вас, будут говорить карты или нет. Итак, что сейчас вот конкретно, когда вы просматриваете это видео, происходит в ваших отношениях? Была какая-то ссора, и, возможно, эта ссора произошла после магического воздействия. Если это ваш сигнификатор совпадает с вашей ситуацией, продолжайте смотреть. Так, вместе ли вы сейчас? Да, скорее всего, что вы проживаете под одной крышей. Возможно, это для семейных, для супружеских пар расклад. Но общения между вами я не вижу. Дальше раскрываем ситуацию. Кто стал причиной этой размолвки? Ну, как бы да. Девочки, это любовница, любовный треугольник однозначно. Поэтому, если с вашей жизненной ситуации этого сейчас нет, это не ваш вариант. Так. Какие последствия это будет иметь для ваших отношений? Как ни странно, это укрепит ваш брак и станет своеобразным мостом между прошлым и будущим. Если вы проживали вместе, вам еще не сделали предложение, то после ситуации, скорее всего, что вам сделают предложение. Часто бывает такое, что когда вмешиваются третьи лица в отношения, каждый из партнеров, ну, во-первых, приходит понимание, насколько ценен этот партнер для себя, насколько важен тебе этот партнер или партнерша, и ты уже делаешь выводы, или расставаться, или быть вместе дальше. И да, конечно, боль измены пережить тяжело, но в моей психологической практике есть неоднократное, не то, что много примеров того, что вмешательство третьих лиц еще больше укрепляло связь между супругами. Похоже, ваш вариант именно такой. А влияет ли еще магическое воздействие на вашу семью? Нет, влияния уже нет. Скорее всего, что вы проводили какую-то чистку, или, скорее всего, что вы обращались к специалисту на снятие. Скорее всего, что здесь был приворот, и вы смогли
благоприятно избавиться от этой негативной ситуации. С чем вас и поздравляю. Давайте тогда еще посмотрим перспективу ваших отношений на ближайшие 3 месяца. Да? Колодец ставим, это глубина чувств, эмоций. Перспектива ваших отношений на ближайшие 3 месяца. Ну, прекрасное отношение, то есть лабиринт, недопонимание, какие-то недомолвки уйдут из вашей жизни, и ваш мужчина действительно станет для вас опорой, человеком, который вас защищает, оберегает и солнцем в вашей жизни. Да, иногда бывают такие ситуации, которые необходимо пережить, которые действительно укрепляют отношения, делают их лучше, светлее и более стабильными, скажем так, да, более стабильными, более крепкими, более глубокими. Чего и вам желаю, дорогие мои. Закройте дверь в прошлое и идите в светлое будущее своих партнерских любовных отношений. И вторая позиция, змейка. Анализ ваших отношений. Что между вами происходит сейчас? Как будут происходить события между вами в ближайшем будущем? Сначала вытаскиваю, естественно, 3 карты, чтобы вы для себя определили, ваше это отношение или нет. Если нет, то ни первый, ни второй вариант вам не подходит, не расстраивайтесь. Я буду делать периодически эти расклады, и, возможно, ваш вариант тоже будет. Итак, что сейчас в ваших отношениях? Так, для женщин, скорее всего, что в вашей жизни возник новый человек, ухажер, и вы пока для себя определить не можете, выбирать его или оставаться с настоящим партнером. Для мужчин, вы сейчас не можете определить для себя, что важнее, отношения или все-таки ваша работа. Так, ну давайте тогда посмотрим, это вот сейчас происходит, как относится для женщин к вам ваш теперешний партнер, как относится к вам новый партнер и какое решение вам необходимо принять. Ну, а ваш теперешний партнер относится к вам очень хорошо. Он считает вас ключевой женщиной в своей жизни. Новый партнер надеется на стабильные длительные отношения. Не факт, что какие-то брачные или семейные. Какое вам необходимо принять решение? Карта «Букет» говорит о том, что... А вам не надо ничего принимать, вам не надо никакого принимать решения сейчас. Почему? Потому что вы увидите и сами для себя поймете, кто для вас важнее из этих мужчин буквально в ближайшее же время. Для мужчин отношение к вам вашей партнерши, она считает вас своим мужчиной, вы для нее... Вторая половинка. Ваша работа ставит преграды для развития ваших отношений. Но чувства у нее очень глубокие к вам. Если вы выберете работу, что-то произойдет, да, уделять внимание женщине однозначно надо. Проводить с ней больше времени. Почему? Потому что вы ее можете потерять, если все-таки выберете работу. Она для вас... Да, она для вас очень... Вот свежий ветер. Свежий ветер, она для вас... Она вас очень уважает, она к вам относится очень благородно, вас считает благородным человеком. И... Самостоятельно лишить себя такого партнера, это достаточно, ну, скажем так,
не совсем умно. Поэтому постарайтесь не лишать себя такой возможности красивой. Так, развитие ваших отношений для женщин и для мужчин в ближайшие 3 месяца. Для женщин. Ну, в ближайшие 3 месяца вы еще будете ходить по острию ножа, скажем так. Это рискованная такая ситуация между 2 мужчин. Вас будет как-то вдохновлять, какой-то адреналинчик, как-то будет весело, интересно. Но вы все равно остановитесь на том партнере, с которым, который у вас сейчас постоянный. И ваши отношения перейдут на следующий уровень. Если вы еще не замужем, то большая вероятность того, что вы будете жить вместе, но будьте аккуратны, а вот эта интрига с ухажером может открыться. За вами наблюдают, да, и наблюдает ваш друг. Перспектива развития отношений для мужчин. Прекрасная перспектива, вы получите для себя и любовь, и секс, и очень красивую женщину, умную, мудрую, которая будет для вас постоянно раскрываться новыми гранями. Вы окунетесь в нее, как в Талмуд, какую-то книгу, которую интересно познавать, интересно открывать новые знания. Вот. Такой интересный анализ отношений разделился на 2 части для женщин и мужчин. Какие напутствия? Мужчины, уделяйте время не только работе, но старайтесь и минутку находить для своей женщины, которая вас любит и для которой вы являетесь важной частью своей жизни. Женщины, не рискуйте своей стабильностью, своим мужчиной, который у вас есть. Поразвлекались и возвращаемся домой, где вас ждут очень теплые, приятные домашние отношения в любви, гармонии и стабильности. Вот такой вот 2-й вариант у нас, дорогие. Я желаю вам, чтобы ваша любовная сфера жизни приносила вам только радость и удовольствие. До скорых встреч, подписывайтесь на канал. Ставьте свои лайки, пишите в комментариях, какие вы еще расклады хотели бы увидеть от меня и насколько срезонировали эти расклады.